Привет! Открываем необъятную Беларуснефть сами и вместе с вами. В нашем чат-боте «Беларуснефть. Инфобот» в Телеграм вы интересовались новыми процедурами в спа-центре санатория «Солнечный берег». Сейчас расскажу. В окружении хвойного леса на берегу живописной реки Днепр расположился «Солнечный берег» – многофункциональный санаторно-курортный комплекс с развитой инфраструктурой. Чего здесь только нет! Пока меня в числе отдыхающих, но обещаю справиться. Около полугода назад в Здравнице открылся современный спа-центр, который предлагает большой перечень услуг. Это идеальное место для расслабления и заботы о своем здоровье. Большинство услуг на порядок дешевле предложений Гомеля, Речицы и Светлогорска. И это еще один суперплюс. Что делает это место и так любимое у отдыхающих таким привлекательным, расскажет заместитель директора по медицинской части санатория «Солнечный берег» Оксана Миронович. Назовите топ новых процедур спа-центра. Расскажу о наших новинках. Направленная контактная диатермия или ТР-терапия. Уникальная процедура, сочетающая в себе тепловое воздействие и процедуру массажа. Проводится медсестрой-массажистом. Под воздействием электрической энергии происходит расслабление мышц, улучшается кровообращение, усиливается лимфатический отток, снимается мышечный спазм. Пациент чувствует уменьшение болевого синдрома уже после первой процедуры. Следующая новинка – это уникальное кресло. Тоже скажу, подчеркну, уникальное. Ректор Эксперт. В кресле есть система сканирования роликами, которая проверяет контуры вашего тела от макушки до пяток, подстраиваясь под его конфигурацию. В кресле есть система тайской растяжки. Кроме того, есть система, которая обеспечивает мягкий и очень эффективный массаж ладони, икроножных мышц и стоп. Все, приостанавливаем съемки, я беру паузу. И третья новинка. Соляная капсула, Solaterium. Это капсула, которая разработана для людей, ценящих комфорт. В капсуле создается определенная атмосфера, позволяющая полностью расслабиться и получить полный сеанс индивидуальной галотерапии. Я очень люблю обертывание. Расскажите, какие есть варианты? Это наши самые любимые процедуры – обертывание. Причем любимые не только девушками, женщинами, но и мужчинами. У нас большущий спектр белорусской и французской косметики. Из белорусских – шоколадное обертывание, вишневое обертывание, ягодный микс, йогурт, льняное обертывание, апельсин, имбирь. И из новинок – яблоко и арбуз. Из французских – любимое всеми. Французский шарм, энергия океана, минерализация, морской круиз, испанские каникулы, путешествия на Бали, энергия геранды и морская вуаль. Перед процедурой обертывания обязательно рекомендуется посещение либо нашей кедровой фитобочки, либо нашей чудесной спа-капсулы. Пойдемте, я вам ее покажу. Спа-капсула имеет множество функций, начиная от коррекции фигуры и релаксации, заканчивая ортопедией и снятием болевого синдрома. Какие новые услуги планируете запустить в перспективе, если не секрет? Буквально в марте месяце у нас внедряется новая процедура – самотерапия. Самотерапия – это терапия теплым песком. Одним нажатием кнопки мы осуществляем одновременный сеанс легкого массажа, ароматерапии и инверсионной терапии. И еще одна новинка, но она будет чуть-чуть попозже, раскрою секрет. Это система массажа с вакуумом и роликами. Направлена эта система на уменьшение жировых отложений, коррекцию фигуры и уменьшение проявления целлюлита. Но более подробно уже после появления данной процедуры. Аромафитотерапия, массажное кресло, капсула «Релаксол», ручной вакуумный и электростатический массажи, спа-капсула, обертывание, стоун-терапия и кедровая бочка – идеальный набор расслабляющих процедур для жителей больших городов. И все это про солнечный берег. А теперь полезная информация. Устали от суеты большого города, хотите выдохнуть и перезарядиться? Выбирайте спа-центр «Солнечного берега». Подробности на sunsb.by. Вот телефон. Не благодарите. Хотите узнать больше интересных фактов о нашей компании или предложить свою тему? Присылайте идеи в наш чат-бот «Беларуснефть. Инфобот» в Телеграм. Всем пока! Можно я не поеду в Гомель, а останусь здесь хотя бы на несколько дней?